Всем доброго вандала, дорогие друзья, с вами Стор Римас. Продолжаем прохождение Attila Total War за нашу экспедицию. Это у нас дополнение, которое доступно в Стиме. Решил поиграть, как говорится, с огнем. Попробуем, у нас последняя армия. Если они ее уничтожат, то мы сольем свою компанию. Вот так вот, победа или поражение? Закончим мы свою кампанию или продолжим, как говорится, да? Так, ну что ж, у нас очень много конницы. А конница, к сожалению... Так, это у нас кто? Угу. А разведчики здесь у нас находятся, да? Можем, в принципе, разведчикам попытаться контратаковать вражеского генерала, пойти на его ликвидацию, да? Попытаться ликвидировать этого бомжа. Хотя, посмотрим, так, наш полковец тоже здесь не алё. Вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, вот они, ребята. Вот они отходят здесь. А, своей конницы сейчас попытаемся перехватить вражеского генерала. Нас уже обстреливают, так что отходим вниз. Нашего генерала, всю нашу конницу пока бросаем. Мы находимся под обстрелом. Я не знаю, возможно, я неправильно делаю, но мы сейчас попытаемся агрессивную контрнаступление сделать. Так, вот он, кстати, вражеский генерал. Можно, в принципе, на него отправить. Так, отправляем вот этих вот бомжей тоже сюда. Так, пошли. Контратакуем вражеского генерала. Залп сделали, ребята. Вражеский генерал увидел. Узрел. Так, хорошо. Пошлите, на вражеский генерал, убить вражеского генерала, прекрасно, отличная контратака, отлично, нападаем. Отводим своих бойцов. Враги напали на полководца. Так, отводим своего полководца, так, нас здесь контратакуют, давайте быстренько сюда, быстро. Ой-ой-ой, что-то прям вражеский генерал прям жесткий. Ребята, он очень жесткий. Отводим своего полка вот сюда. Что-то по плану вообще у нас ничего не получается. Вроде мы бьем. Пошлите. На контратаку. Убить вражеского. Блин, как он, конечно, долго держится, молодец. Стоим, душу вашу мотал. Обстреливаем этих бомжей. Залп. Этих ребят отгоняем. Можем, в принципе, попробовать сейчас перехватить их. Прекрасно перехватываем. На топорников пошли. Так, вражеского генерала мы пока добиваем. Что-то плохо все, ребят. Плохо, там огромные толпы идут к нам. Давайте с этой стороны пойдемте. Так, убиваем. Ну, душу вашу мотал. Ну, давайте. Так, хорошо, отгоняем этих бомжей. Их полководец пал. Прекрасно. Их полковец спал. Отлично. Так, отступаем. Блин, у нас нет здесь копейщиков. Так, мы замечаем, вот эта вот конница пытается убить нас. Все, полководца мы забрали. Все, пошлите сюда. Добиваем. Вот это полная жесть, ребята. Так, у нас здесь большие проблемы. Боже, вы что тупите, дебилы? Давайте назад. И пытаются спастись бегством. Так, назад. Назад. Ну-ка, сделайте залп. Быстро, залп сделайте.
Так, полководцы чуть назад. Нам надо как-то их окружить с этой стороны. Залп. Так, там, блин, мы разделились на два фронта. Это плохо. Это очень плохо. Расстреливаем. Так, прекрасненько. Отводим два отряда сюда. Так, ну что ж, давайте запас тогда от... Давайте, все, ребята, вступайте в запас. Топорников обстреливаем. И отходим. Так, у нас здесь толпняк такой создался. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Это плохо, это очень гребано плохо. Так, на топорников, ребят, нам надо как-то их достать. Боже мой, как это сложно. Так, нас же жестко обстреливают. Отводим своего полководца. Так, назад. Все назад. Все назад. Мы под жесткий обстрел попадаем. Так, там пикинеров обстреливают. Окружаем со всех сторон. А самое главное, сейчас нам попытаться убить вражеских пикинеров, ребят. Пикинеры, смотрите, они уже бегут. Бегите, душу вашу мотал, бегите. Вот это битва, вот это я понимаю. Так, назад сюда. Кто у нас тут еще? Вот так вот сделаем. Все, назад, генерала назад. Вражескую конницу заходим во фланг. Прекрасно, они уже бегут вовсю, ребята, они уже бегут вовсю. Убираем. Перехват генерала сюда. Так, кого больше обстрелять? Вот этих топорников надо обстрелять. Так, эти назад бегут, да? Так, хорошо, регрупп сюда. Топорников обстреливай. Все на топорников. Перехват этих ребят. И окружаем. Так, топорников мы обстреливаем. Ну, так себе, да, обстрел, конечно, идет. Стоим. От отряда не осталось никого. Это плохо. Это очень гребано плохо. Так, перехватываем здесь. Вроде пока мы держим каточку. Так, обстреливаем этих бомжей сбоку. Разворачиваем. Так, генерал чуть-чуть назад. И заходим во фланг. Назад, ребят. Берем своих лучников. И лучниками обстреливаем вот этих бомжей. Этих отгоняем, чтобы они нас не обстреливали. Прекрасно, мы окружаем. Так, топорников вот осталось разбить. И все, вот остальные бомжи просто-напросто убегут. Прекрасненько. Наш генерал жив. Это победа. Это победа. Так, ну что, давайте своего полководца отправим сюда. Это победа, дорогие друзья. Еще немного, и победа наша. Вот это я понимаю победа. Вот это я понимаю хардкорного. Обожаю легендарку. Все-таки легендарки очень... интересно за ней играть. Нам бы догнать теперь остальных бомжей. Было бы прекрасно. Давайте, ребят, давайте догоняем. Все, догоняем, убиваем. Германские метатели, вот этих всех остальных врагов надо догнать. Вот это битва. Вот это полная жесть, вы посмотрите. Пустыня просто пылает. И она насытилась с первой победы. Кровью, короче, да? Пожалуй, сохраню повтор. Зачем 21, не знаю.
первого победа. Я не знаю, если они сейчас нас контратакуют, их было не 3600, как я считал своим калькулятором, а 4017, ребят, почти. У нас было 2000 с чем-то, да? Так, ну что ж, придется пополнить своих бойцов, а не убивать их. Брать их в плен. Так, один, два, три. Три отряда мы с вами потеряли, к сожалению. Это жесть. Ну, мы, кстати, в этом, в палатках-то своих, сидим-то, держимся. А, поэтому у нас восстановление войск активировано. И это прекрасно. Договор о нападении у нас. Сардинцы предлагают нам договор о ненападениях. Давайте примем. Нам нужны какие-то хоть какие-то либо потенциальные союзники вот на этих землях, пока мы с вами не разобрались. Противник погибает в битве. Три полководца. Указ, конечно, делаем. Интрижки всякие тут нам не нужны. Ой-ой-ой, ребята, у нас проблемы. Нанимаем бойцов. Дезинформацию делаем. Критический успех. Ну, давай, сделай критический успех. Ну. Критический успех. А, и на 75%. Прекрасно. То есть они не остановлены. Это нету такого чита, как, например, помните, в Total War Rome 2. А, там мы могли полностью останавливать врагов и так далее. Я не знаю, наверное, нам следует отступить. Мы вроде бы победили, и мы сможем достойно отойти от дела на время. Давайте отступаем тогда. К своим союзникам пока. Ну что ж, 33-36. Три хода осталось, и у нас содержание войск будет на минус 7%. Это прекрасно. Так, потом нашего, наверное... Шпиона отправим к своей армии. Пусть он там их защищает. Так, ну что ж. Огромные стейки мы замечаем у наших союзников. Все хорошо, сдаем ход, смотрим дальше, что будет. А потом надо будет, придется налоги свои-то повысить. Шикарная битва, мне кажется. Мы многих бойцов, кстати, потеряли. Там многие полегли, к сожалению. Ну ладно, что теперь? Благочестие этот человек благодаря, благодарен вам за помощь, оказанную в ходе недавней политической интрижки. Так, ну что ж, хорошо, верность. Так, это у нас Фарас из Герулии. Посмотрим, что это за круг такой. Да, он доволен, и у него сколько верность? 7. Влияние 8. Прекрасно. Так, ну что ж, господа, вовремя мы, кстати, отошли от дела. Блин, была бы баллиста, я бы штурманул их. Нету у нас баллисты, к сожалению. Нету. 1052, 1052, 1096. Кстати, наемники также потребляют, как и, собственно, наши... Ну, почти так же, да, можно сказать? Так, наши бойцы здесь пополняются. Мы можем вот так вот сделать. Прекрасно. И пополнить остальных. Минус 33 у нас доход за каждый ход. Поддержка армии. Используйте особые таланты своего агента, чтобы повысить эффективность армии. Ну и там все зависит от самого агента. Какие у него есть навыки и тому подобное. Давайте посмотрим на своего агента. Ой, не туда нажал. Вот так вот. Общая информация, что у нас тут. И нашего агента. Место службы — своя провинция, место службы — своя армия. Передовой дозор, дальность перемещения, плюс 10% это действие. Ну, я так понимаю, дальность перемещения по карте компании, да, скоро, он еще не скоро. Кстати, повысил, вот это вот надо нам изучить. Чужая армия, здесь у нас что? Порча припасов, вот это вот тоже нам надо потом изучить.
Чужая провинция. Убийца. Убийство мы ему потом позже прокачаем. Здесь, видите, ну, немного усложнили агентов именно в Attila Total War. И это, кстати, хорошо. Так. Сардинцы. С нами у них отношения улучшаются. Нет бороды, не уважаю. Видите, ребят, мы здесь повоевали, повоевали и отошли. И они отступили тоже. Как два быка, ептать. Ваша казна пуста. Повышаем немного налог. Хотя можем наемников распустить. Давайте распустим наемников. Вот так вот. Зачем я делаю? Мы ждем 4 уровня нашего поселения, избыток населения, да, и мы сможем нанять еще одну армию. А, и эта армия будет у нас в качестве, можно сказать, экономического плацдарма. Там будем строить всякие здания, позволяющие добывать пищу, еду, имею в виду, да, и доходы, ну и тому подобное. Посмотрим. Кстати, у нас агент повысился. Прекрасно. Там с перемещения по карте следующее, да, вот у нас 10%. А потом, что мы еще можем сделать? Это хитрость плюс 1, следующий уровень. Расследование коррупции. Делаем, делаем. Пусть он тоже расследует нашу коррупцию. А, и я думаю, пару ходов осталось. Кстати, в следующем ходу у нас будет повышение ранга. Друзья, в следующем ходу у нас будет минус 7 содержания нашей армии. Давайте посмотрим, насколько это повлияет. Так, кстати, ой, здесь эти ребята появились, нам надо с ними разобраться. Восстание и так далее. Будем разбираться. Будем помогать своим союзникам. Своему императору. Велисарию дважды был ранен на поле битвы. Так, минус 9 у нас. Я не понял, почему у нас минус 9 оборот. Мы же вкачали навык. Что это такое? Возможно, год такой. Так, добиваем этих ребят. Это ребята кто был? Кто был? Это были каких? Восставшие. А, фу, минус 9, я же убрал-то, да, все нормально. Вот у нас уже 495 за каждый ход оборот. Прекрасно, мы что с вами изучили недавно? Мы с вами изучили размещение на... Постой, так, это у нас оружейные мастерские. Давайте экономику немного подправим свою. И остался один ход до следующего полководца. Сколько нам придется заплатить за это дело? Велисарии. Купец. У нас еще купец. Прекрасно. Ждем. Пока вроде бы все затишье, многие комментаторы, эксперты ванговали и говорили, что вот, Римас, ты сольешь эту компанию. И уже называли, давай начни за эту, за другую там. Уже, ептать, планы такие. Римас, ты давай там, указывают Римасу, короче, что Римасу делать дальше. Ну, Римасу очень приятно. Это слышишь, конечно, когда ему указывают, что делать. Улыбочка просто так, хитрость. Хитрость, авторитет. Что-то у нас такой больно авторитетный скоро он станет. Я не хочу его делать авторитетнее нашего Велисария. Так, защита в ближнем бою. Численность. Восстанавливаем. Империи! Опять у нас империи. Так, ну что ж, нам надо как-то его заменить. Либо войска передать.
At your command. А, никак не передашь? Чего, у нас штрафа нет? Реально, что ли? Никакого штрафа? How can I serve the people of Rome? Beginning my journey for Rome. Your next command? Так, а если грабить будем? Плюс 60. А, не, вот так вот лучше сделаем. Мы вообще с вами строительством не занимаемся. Это очень плохо. Так, Велисарий, тогда мы с вами потом отдадим этот стек ему. А этот чувак будет просто заниматься сельским, ну, короче, экономикой и так далее. Так, смотрим, что у нас тут получается. Давайте, наверное, агента пока отправим сюда. Watching the enemy. Душу мотал вашу. Сдадим ход. А, в Велисарию тоже надо сделать армию. Нам надо там посмотреть. Там есть какие-то здания интересные, нам открылись. И где мы можем нанять нормальную пехоту. А то у нас как качество наших войск плачевное. Изменение климата, ребята, вот. Боже мой. Это жесть. Настали темные времена, земля высохла. Короче, смотрите, что случилось. Где-то там в Индонезии, кажется, новое задание. Казна, глава, так, украденный трон. Так, кстати, мы получили много бабла. Ребята, смотрите, что случилось с карты. Где-то там в Индонезии случилось извержение вулкана. И вот эта вот пыль, пепел и так далее осел почти на всю планету. И все думали, что это конец света. Что это гнев Божий и так далее. И вот так вот теперь у нас карта выглядит. Вы посмотрите на эту красоту. Конечно, при таких погодных условиях у нас меньше пищи, меньше вообще всего, ну, торговля спадает, земли неплодородные, ну и так далее. Поэтому нам надо как-то это дело пережить без войны. Хотя я хочу повоевать именно в такой вот погоде. Возможно, у нас что-то получится сделать. Возможно, нет. Так, склады. Ну что ж, ладно, давайте тогда убираем. И воссоединяем. Слушайте, а как можно поменять генералов? Да, хорошо. Хранители. Но я хочу, чтобы Велисарий был. А, воевал. Я хочу, чтобы он воевал. Ну что ж, придется ему прокачивать армию заново. С самого начала. Это я не пойму. Так, давайте вот в такой режим оставим их. Никак не получится. Так, хорошо, ладно. Ладно. Командир. Так, пограбить. Давайте будем их грабить немного, да? Нам надо их пограбить. Кстати, у нас есть задание, я же забыл. Активное задание. Устройте налет в следующем регионе. Риата. Где у нас Риата? Душу вашу мотал. Вы что, гоните, что ли, Риата? Какая Риата? Регион Риата. Подождите, это что у нас за регион? А, регион Риата.
Налет. Да где регион Риата? Душу вашу мотал. Ну-ка давайте посмотрим здесь. Лигурия. Блин, такая карта необычная, да? Жесть. Ну, может быть, здесь? Я не знаю. Наверное. Я что-то не понял. Давайте, ладно, поделаем налеты. А здесь мы с вами, наверное, будем восстанавливать свою экономическую рентабельность. Будем возводить разные постройки. Так, общественные туалеты мы можем здесь построить с вами. Склад, пища плюс 40, богатство от, так, богатство от торговли плюс 500. Ну, давай сначала склад построим. Здесь у нас рыночный шатер. Опыт для всех новых отрядов. Так, ладно, хорошо. Шатеры, так, командирские шатеры. Сплоченность плюс 3, богатство, пища минус. Так, склад строим. Нет, стоп, стоп, склад у нас уже есть. Что у нас? Рост, рост, рост. Рост провинции, так, общественные туалеты. Будем выращивать эту провинцию. Хотя, стоп, у нас уже и так нормальный рост. Давайте богатство лучше. Рыночный шатер сделаем. Все, сдаем ход. Здесь сделаем мы с вами налет и посмотрим, выполним мы это, нет. Задание, где этот регион, понятия не имею, у нас нет флота. Мы замечаем... нам дали войска, я забыл, Вася. Нам дали войска, я что-то пропустил, да? И какой позор, отступаем. Какой бородатый слющий, не люблю. Короче, у нас морская болезнь, нам дали войска, а мы вообще даже не обратили внимания на это дело. Ребята, это полный позор. Полный позор. Это лайк заслуживает. Просто заслуживает лайк. Пытается нас перехватить. Кстати, да, нам дали войска, а я-то забыл. Отскотское царство. Отскотское царство. Вестготское царство. Одни вестготы, отсготы. Римская империя. За Рим, за императора. Слава Риму, Римусу слава. Так, бургунды, западные сепаратисты, кстати, здесь появились где-то у нас. Так, новое задание. Просьба Антонины. Урон репутации. Хорошо, посмотрим, что это за задание потом. Так. Боевой дух, нам дали еще одного генерала. Тренировка со щитом. Общественный порядок. Ну что ж, давайте сваливаем на ускоренном марше. И сваливаем сюда, наверное, да? Мы сейчас с вами двумя стейками. Нам дали подкрепление. Я его даже и не заметил. Возможно, я говорю, я могу не заметить такие важные вещи. Так, огонь и меч. Армия отступает. А повышение ранга, строительство завершено. А мы уже потихонечку восстанавливаем свою экономику. Хотя у нас очень плохо все. Так, это у нас бонусы. Рост, общественный порядок, власть крепкая. Рост минус 2. Греческое христианство у нас, дорогие друзья, меч императора. У нас поддержка императора. Возрождение Западной империи. Добить контроля над 40 регионами, чтобы получить доступ к новой дипломатической возможности. Войти в империю, называется, да? Так, рост, пища, потребление. Прекрасно. Грабим, грабим. Шатаем и грабим. Так, мы с вами немного экономику свою подправили, дает доступ к постройкам. Сушильная, да, и так далее. Так, здесь у нас монетный двор. Усиление натиска. Давайте лучше силы федератов изучим с вами. И попробуем
Потому что скоро будет война. Мы сейчас с вами двумя стыками заберем этих бомжей. Все-таки город надо забирать. Так, Римская империя здесь разбушевалась вовсю. Пока вроде бы сливом не попахивает. Мы пока с вами не вкладываем ничего такого. Прям. Прям крутого ничего, да? Ну, начало мы положили. Положили начало конца наших врагов. Самое главное, чтобы наш флот теперь нормально доплыл. Забыл я про них, ребята, забыл. Не то, что забыл, я просто тупо их не заметил. Просто, ну это же Римус. Ну ладно. Расслабься. Тем временем мы продолжаем грабить наших врагов. По всей видимости, это не та территория, где мы должны грабить. Ну и да ладно. Там осталось около 9 ходов, я так понимаю, да? Мы можем, в принципе, сейчас отправить. Но я не хочу сейчас оставлять своего главного именно здесь, наша армия. Так, вражеские агенты действуют. Ну что ж, ладно. Действуют так действуют. Так, высаживаем своих бойцов здесь. Превосходненько. А я тут думаю, что у меня с экономикой не то? Оказывается, вот они, ребятишки-то резнулись. Что, мы улучшить их можем? Да. Ой, как прекрасно. Ой, как прям отличненько. Так, хорошо, мы тогда осталось на следующем ходу сделать их, убрать всю ускоренную марша и попытаться построить чем-то такое интересное. Так, что у них за строительство здесь у нас? Здание вообще никакое. У нас теперь 3 стейка. Прекрасно. Этот второй стейк мы сейчас отправим и захватим этот город и продолжим свой путь. Строительство завершено. 1000 золотых монет у нас. К сожалению, мы строительством ничего не можем сделать. Давайте тогда все-таки агента отправим сюда. Пусть он защищает нашу армию. А здесь мы с вами потом попозже продолжим строительство. Реально, как будто конец света, да? Смотрите, прям жесть. Настоящий конец света. Раньше думали об этом, кстати. Раньше боялись. Вообще сделали интересный такой эффект. Я хочу, пока что этот эффект не закончился, надо штурмануть. Неужели закончился? Не, не закончился, нормально. Кстати, в этом режиме что мы можем, что у нас, какие бонусы есть? То есть у нас совершает налет, это понятно. Минимальные требования 25% от общей дальности перемещения на карте компании. Общий порядок минус 3 в провинции после налета. Рост минус 5 в провинции налета, эффекты роста в лагере нет. Дальность перемещений на карте компании минус 25% в состоянии отряда усталость. Видите, наши устают. Поэтому надо пока прекратить это дело и отправить своих бойцов именно сюда. Так, налеты мы с вами поделали. Ну что ж, господа, сейчас будет жестко. С двух сторон. Это у нас здесь... А, у нас пищи не хватает, потому что у нас 2 больших стека на одной территории, поэтому... да, плохо все. Все плохо. Ну ладно, пусть пока наш император, я имею в виду, наш главарь. Так, сплоченность минус 1, минус 1. Хранилище мяса, зернохранилище. Минус 55, так, богатство 200, 120. Давайте 200. Хранилище мяса. Мясо надо кушать своим бойцам, да? Все, сдаем ход и продолжаем. А, Римас, ты там пропустил это сделать. Какой позор, дизлайк, отписка. Это я так, по ходу дела, читаю комментарии. Так, ну что ж, Визготское царство. Видите, 2 огромных... Ой-ой-ой, наши союзники увидели наше намерение, и они подтягивают своих бойцов. Срок службы. Срок службы закончился. Так, я не знаю, не думаю, что наши бойцы здесь смогут что-то сделать. Ну да ладно. Осаждаем. 3 хода осталось. Так, пищи у нас не хватает у этой армии. Поэтому нам придется что-то предпринять. Так, ну ладно, давайте заберем это дело.
Три хода осталось подождать, у нас, к сожалению, нету анаграф и баллисты, чтобы сломать ворота врагам. По всей видимости, наш агент повысил свой ранг. Я понял. Нам дают войска, когда приходит сообщение, типа, вы продержались до такого-то времени, да, и нам дают так. Мавры наступают, ребята, мавры идут. А это просто жесть. Это, собственно говоря, как и нашествие гуннов. Такая же херня. Где же эти мавры? Так, ничего не делать? Ну, давайте, ладно, вот это сделать. Курьерный вопрос. Что-то без моего ведома. Там что-то пытается... Я не понял, здесь что, наш император, что ли? Император, ты что, реально загулял? Да, здесь император, ребята, наш император здесь. Он решил... Решил нам помочь, не знаю, там, прийти, пообщаться. И тому подобное. Так. Доступ, подкуп. Чужое поселение. Ну, здесь у нас место службы, чужая провинция. Давайте доступ ему купим. Стоп, не надо. Чужой последний. Вот так вот сделаем лучше. Что у него еще? Еще одна проститутка, что ли? Нет, плащ из волчьей шкуры. А здесь у нас проститутка. Хитрость плюс 2. Мы замечаем вражеского агента. Давайте вражеского агента попытаемся обман сделать. Стоп, не будем тратить деньги. У нас 1200. Давайте лучше с вами что-нибудь построим. Что такое с пищей, да, потому что у нас здесь с пищей проблема, у нас падает боевой дух, вернее, сплоченность у наших бойцов. А музыка-то прекрасная. Так, я так понимаю, один ход остался. Сделать. Римская империя. А Друмен все-таки мы с вами заберем. Помнишь, в первый раз не получилось это сделать. И нас кто-то контратакует, обходят мавры. Охереть. Вот это я не ожидал, что они сзади нас обойдут. Давайте отступим. Конечно, отступим. Что-то их многовато, ребята. Их что-то многовато. А вот здесь мы с вами будем, наверное, биться. Не знаю как, но мавры просто... Гала нас атакует. Нашествие мавров. Дорогие друзья, с вами был Римас. Всем удачи.